Ну а если ты хочешь получить новый крутой телефон, тогда успей поставить лайк за 2 секунды, считаю. Раз, два. Всем привет, ребятки, меня зовут Алексис, у нас сегодня подборка 10 игрушек, очень много новых игр, поэтому усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшечку, чаечек, печенюшечки и смотрите данный видосик. А начинаем мы с игрушки Brain Who. Это у нас игрушечка на логику немножечко. Нарисуй в одном... касание. Ничего себе. Ну давай попробуем. Жум. И я проиграл. Видишь, не получилось нарисовать в одном касании. А все потому что... Все, потому что я немножечко неправильно начал. Вот как нужно было сделать, видишь? О, другое дело. У нас получается вот такое вот мороженое. Это был такой первый уровень, ты представляешь? Первый уровень. Забираем наше вознаграждение и идем дальше ко второму уровню. Кстати, вот денежки мы еще получили за первый день. Идем дальше. Кто девушка... Погоди. Кто девушка Адриана? Это Адриан. Мой парень. Селена Мэри. Угу. Смотри-ка. Адриан и М, да? Значит, вот кто. Чего? Как там... А, вот, вот, доказательства. Видишь, нужно было показать доказательства и потом на Мэри. Ага, поняли, да? Доказательства и потом уже кто его девушка. Едем дальше. Третий уровень. Ребят, игра классная. Что здесь? Смотри. Соедини точки одного цвета так, чтобы линии не пересекались. Так, чтобы линии не пересекались? Ага. А как? Ну, смотри. Раз. А, все, понял. Понял. То есть... Их можно вот так вот сделать. Два. Есть. Смотри-ка. Дальше. А, все, смотри-ка. Синие. Затем красные. И затем зеленые. Да, мы с тобой сделали. Мы красавчики. Идем дальше. Четвертый уровень. Что же нас с тобой здесь ждет? Кто из них женат? Ну, наверное... Так, женат. Может быть, Б? Так, смотри, Лондон, Франция, семейный счет. Б, да? Ну, я просто угадал. Он какой-то просто небритый, неухоженный, значит, наверное, что уже женат. Просто те остальные были немножко ухоженные. Насколько ты меня оцениваешь? Спасибо за поддержку. Я бы оценил эту игрушечку на 5, да? Игра замечательная. Money Hole. Очень классная игрушка, которая, кстати, обновилась. Ну что же, поехали. Собираем кристаллики. Они могут нам добавить скорость. Отлично. О, смотри-ка, я стал немножечко быстрее. Но, кстати, скорость у нас... дается на какое-то время. Вот, все, она уже не работает. Да. И мы с тобой должны съесть, ну, максимальное количество всех вот этих вот предметов. За них мы с тобой зарабатываем денежки. Вот, то есть, смотри-ка, мечи по $30 стоили, слитки золота, о, по 50. Кристаллики по $60. И у нас, в принципе, остается еще 7 секундочек. Давай-ка еще вот этих вот маленьких предметиков немножечко слопаем. Все, время... и стекло, и мы с тобой, получается, должны купить вот эту вот тачку за 4 миллиона баксов. Что? Нам не хватило $135 000? Всего-то навсего. Ладно, делаем дыру большую еще. Давай-ка возьмем скорость. А, можно еще, смотри, bigger купить. Отлично, мне нравится bigger. Так, и... Стоп. А, bigger у нас еще закрыт. То есть мы его как бы купили, но он у нас еще пока что закрыт. Ну ладно. Давай-ка будем... Вот ключик, кстати, я заработал. Отлично. Давай будем стараться кушать вот все подряд. Эти вот маленькие предметики, мы от них будем хорошо прокачиваться. А потом уже пойдем поедать большие. Perfect. 14 секунд у нас остается. И мы... Да, на этот раз, конечно, даже без каких-то дополнительных приколюшек, мы с тобой, я думаю, что сможем уже наконец-то купить ту машину и заработать достаточное количество денежек. Так... Это плохой знак, ребят, это плохой знак. Это значит, что мне немножко денег не хватит. Вы чё, блин, издеваетесь? Вы чё, блин, издеваетесь? 11 баксов мне не хватило? Игра, ты чё, на приколе или что? В смысле 11 баксов мне не хватило, чтобы открыть следующий уровень? Это чё, прикол какой-то или что? Я просто не понимаю. Как это так? Как это возможно? В смысле? То есть мне нужно собрать абсолютно все, что здесь есть?
Вот просто все. Ну ладно. Давай, ребят, все так все. Вот даже этот вот маленький кристальчик. Короче, нельзя пропустить. То есть... О, смотри-ка. Два кристаллика я заработал еще. Ключик. Хорошо, 9 секунд. То есть просто абсолютно все, что здесь есть, мне нужно слопать, но я не успел. Да, я немножечко не успел. Блин, снова не успел. Да ты что, издеваешься? Какая же сложная игра. Сколько мне на этот раз бабок не хватило? На этот раз мне не хватило, ну, хотя бы 1000 долларов, 1200. Продолжаем с вами играть в игрушку Save the Guy. И если вы помните, с прошлых серий мы попали с вами в дурку. Да, и нам нужно отсюда удрать. Смотри-ка, таблетки либо кепчик. Ну, давай-ка я выберу кепчик. О, другое дело, этому пареньку он понравился. Капелюшек. Что это за какой-то яд? Мне нужно как-то его обойти. Угу. О, смотри-ка, проехать либо... Ну, давай попробуем выбрать вот эти вот шузы. Так, ой-ой-ой, он упал и поскользнулся. Блин, все-таки нужно было проехать. Ну ладно, покупаем тогда за 200 денежек, чтобы я смог переиграть. Так, дальше, смотри-ка, укольчик говорит, сделай-ка себе... Сделай-ка себе укольчик, цветочек, либо магнитик. А давай-ка я выберу магнитик, допустим. Все, типа сделал, да? Фу, все, это выигрыш. Отлично, мы с тобой только один раз ошиблись, неплохо. Но у меня здесь есть довольно-таки много монеток. Если вдруг я буду ошибаться, я могу просто откупаться. Смотри-ка, банк. Парниша хочет его грабануть. Это парниша вор. Смотри-ка, бобер, либо ключи. Я думаю, что нам поможет бобер. О, да. Ребят, бобер помогает грабануть банк. А как нам открыть вот эту вот громадную дверь, как у Скруджа Макдака? Дрель либо ТНТ. Ну, давай-ка возьмем, допустим, дрель. Да. Я прям знал, что это неверное решение, поэтому берем бомбочку. Бум. Здесь вот в этой игрушке логика просто не присутствует, ребят. Вот вместо того, чтобы открыть дверь замком, да, мы выбираем бобрика. Смотри-ка, какие-то графики. Вон полиция уже нас ждет. Угу. Так, смотри-ка, красный цвет, либо дрелька прорубиться вниз. Я думаю, что, наверное, прорубиться нужно вниз. Да, и так мы, в принципе, отсюда убежим. Да, есть, я был прав. 50 монеточек я снова заработал. Мы уже находимся с тобой в канализации. Фу, как же здесь неприятно пахнет. Либо веревочка, либо ведро с водой. Ну, я думаю, веревка нам нужна, чтобы пролезть по ней. Да, отлично. Идем дальше. Что здесь? Крысы. Ого, какая громадная крыса. Дать ей сыр, либо спеть ей песенку. Так, верное решение. Видишь, сыр бы нам не помог. Эта крыса вряд ли питается сыром. И мне нужно попасть как-то в гору. А как же это сделать? Нужно как-то либо ступенечка, либо крючочек. Крючок, наверное, будет логичнее. О, да. И смотри, нам с тобой прям как-то очень круто везет, поэтому я хочу пройти еще 20 уровень. Все, мы с тобой вылезли из канализации, и я, наверное, еще нахожусь в банке, мне кажется. Так, кнопка вверх, либо покрасить. Ну, давай выберем краску. Так, все, мы закрасились. А, типа полиция, наверное, сейчас сюда приедет. О, а мы замаскированные такие стоим. Все, круто. Фух, как же... Мне сегодня везет. Один раз только... Нет, два раза вроде бы только ошибся, да? Так, поднимаемся на 4-й этаж и останавливаемся. А в чем же проблема? Так, берем планшет. Сейчас позвоним. А, сейчас типа мы наругаем администрацию этого места. Все, поднялись на 10-й этаж и вертолетик, на который мы сейчас с тобой улизнем отсюда. Смотри-ка, звездочка, либо шлем. Ну, наверное, шлем, хотя я думаю, что нам нужно было одеть звездочку. А может быть и нет. Смотрим. И это было неверное решение. Новая игра Delayed One Part, либо Дорисуй One Part. Короче, нужно было дорисовать ножку у этого стульчика. Так, игрушечка пока что нам подсказывает. Смотри-ка, ну здесь пока прям как-то очень легко. Ну, с таким, конечно, ребятки, с такой скоростью мы сможем с вами пройти очень много здесь уровней. Дырка здесь нужна, наверное, да? Да, потому что... Так, дальше. Нужно подсоединить. Телек, есть. Банан. 7-й уровень, ребят, смотри. Тут плюсик поставить.
Бургер. О, как я люблю бургеры, ребятушки. Так, зубная паста. Есть. Так, солнышко. Смайлик, может, да? Есть. Щетку дорисовать. Серьезно? Так, доску. Ну, там акула вообще. Так, тут вообще легко. Нога. 15 уровень, ребят. Так, что здесь? Может быть, иголка? Нет. Шляпа? Да, шляпа. Здесь не хватает колесика у этого велика. Так, булыжник дорисовываем. Это меч Артура. Я думаю, что не хватает окна. И в нем котик сидит. Здесь не хватает ветки, на которой можно кататься. Косточка от авокадо. Кстати, авокадо я очень сильно люблю. Я думаю, что не хватает еще одной головы. О, у него теперь появился дружок. Нужно подсоединить эти штучки. Так, тарелочка. Так, не хватает клавиатуры. Это что такое? Может быть, это голова? А, нет, это банка какая-то. Дальше не хватает грифа у гитары. Вот так. Ребят, 29 уровень. Так, кролик должен пойти вот... Стоп, погоди. О! Просто нужно было немножечко аккуратнее это все нарисовать. Ну, как бы здесь не совсем все аккуратно можно рисовать, но все равно. Так, крылышка не хватает. Здесь не хватает... Может быть... Да, лопаточка маленькая, видишь? Так, листьев. Печенька. Шоколадная печенька. И... Так... Дротик. Ну и давай еще пройдем тогда один уровень. О, есть. Stair Challenge, 17 уровень, поехали. Давайте-ка мы попробуем преодолеть циферку 80. На это у нас есть еще две дополнительные бутылочки, но, наверное, ребятушки, не получится мне это сделать. Да, с двумя бутылками он максимум смог подняться до ступеньки 57. И все. Это все, на что он способен. Ладно, значит, все-таки нам нужно, ребятушки, выбирать 40. То есть, какую циферку мы выбрали, настолько нам нужно подняться ступенек. То есть, вот на 40 ступенек. На 140 я, понятно, что сейчас еще не смогу подняться. Поэтому выбираем 35. Но нам желательно подняться как можно выше, потому что мы, ребятушки, с вами ставим рекорды. То есть, мы поднимаемся больше там... какой-то там башни, допустим, Empire State Building, либо больше Статуи Свободы. Ну, короче, сейчас вы посмотрите. Мы поднимаемся сейчас, по-моему, больше... Мы должны подняться выше, чем ракета. Смотри-ка, это лучший результат, 151 метр. Давай, на тебе немножко водички, отлично. И я надеюсь, что ты сможешь дойти. Давай, пожалуйста, есть. Берем тридцаточка, ну, тридцаточка это прям легко. Тем более с двумя бутылками. Берем еще... А, это уже финиш. Все, это уже конец карты. Смотри-ка, тут у нас ракета, да? По-моему, если память меня память не подводит, да, действительно, это ракета. Мы поднялись выше, чем ракета. Я ее называю ракета Илона Маска. Все, Илон Маск улетел в космос, а мы сейчас свой флаг воткнем на Луну. Это Луна или что это? Не сильно, если честно, похоже на Луну, но мы с тобой поставили новый рекорд. Что я могу здесь купить? Ничего. Поэтому поехали. Следующий уровень. Уровни здесь, кстати, уже довольно-таки длинные. Двенадцатка. Кристаллики. Так, 44. Я думаю, что 44 мы с тобой преодолеем. Потому что мы тогда 57 преодолели с двумя бутылками. А это всего-навсего 44, без проблем. 70 не получится. Выбираем 50. Чтобы не проиграть. Опа. Есть. Еще одна бутылочка есть. Ну, видишь, это какой-то прям коротенький уровень. Мы уже с тобой начали подниматься. Во, а это у нас уже, ребятушки, Статуя Свободы. Если вы знаете, в какой стране она находится, вот Статуя Свободы, поставьте лайкосик. Так, мы прокачиваем стамни. Это значит, что выносливость. Выносливость этого паренька. Смотри-ка, без какой-либо помощи он может подняться... Ого, ничего себе, где-то до 35 ступенечки он бы поднялся. А до этого было 27. То есть на 7 ступенек выше. И есть. Он это сделал. Еще два кристаллика. 17-ка. Без проблем. Смотри-ка, 15-ка. Без проблем. 40-ка. Без проблем. Я думаю, мы преодолеем, тем более с одной бутылочкой.
Есть у нас бутылочка. Давай, 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 парень. Парниша краснеет, но это уже финиш. Ура! Новая игрушка под названием The Катапульта, где мы с тобой должны уничтожать противников. Вот, видишь, они на нас пытаются напасть, а мы их будем с тобой вот так вот крошить. Так, немножечко смазал. Ой! Блин, обратно перелет. Да что же ты будешь делать? То недолет, то перелет, смотри. Да, блин, сколько я уже раз по нему попал, смотри. О, наконец-то потопили корабль противника и прошли этот уровень. Фу, едем дальше. Что здесь нас с тобой ждет? Ну, наверное, побольше. О, на нас уже корабли нападают, ты представляешь? Так, с пушками. Да, блин, смотри. Смотри, то перелет, то недолет. О, наконец-то попал по пушке и потопил корабль. Видишь, по кораблику нужно попасть два раза. Так, есть. Маленький потопили. Но меня радует то, что... Мне радует то, что здесь, ребят, много... А, он еще стреляет. Что здесь много снаряда. У нас неограниченное количество снарядов. Видите, вот булыжники вот эти вот. Это все наши снаряды. Мы можем так вот просто от балды стрелять. И рано или поздно мы обязательно куда-то попадем. Все, perfect. Второй день нам засчитан. Он был немножечко сложнее, чем первый. Едем дальше. Так, снова на нас кораблики нападают. И мы просто четенькое попадание. Так, есть, попали в пушку. И все. И кораблик, в принципе, без человечков, он сам, ребятушки, тонет. Так, есть. Вот там еще один. По пушке попал, все, пушка разбилась. Ну, давайте уже что-то такое-то посерьезнее на меня нападайте, чувачки. Ты что там, одни какие-то лодки? Мы эти лодки, смотри-ка, с тобой как топим, прям на изи. Есть. Я уже немножечко, ребятушки, нашарился, с какой силы стрелять. Смотри-ка, опа, какое четенькое попадание по кораблику. Perfect! Третий день нам засчитано. Дайте-ка, может, мне что-то купить здесь можно. Здесь вообще есть какие-то магазинчики? Магазины здесь есть в этой игре? Давай сделаем следующее. Выходим и попробуем найти здесь магазин. Итак, free spin. У нас есть бесплатное вращение. Ну уже, давайте мне деньги. Ну, я заработал только 50... Одну монетку. Вот еще что-то я там получил. Идем в магазин. Вот ежедневное вознаграждение. А, нет, это то, что можно... Это то, что... Да, я понял. Да ладно, здесь цены такие бешеные, ребят. У меня 51 монета, а там минимум сотка, чтобы что-то купить. Ну, мы здесь очень мало денежек зарабатываем на самом-то деле. Вот в этой вот игрушке. Так, давай мы будем как-то их быстрее, что ли, выносить. Стараться... Так, смотри, булыжник в булыжник выстрелили, и он разбивается. Все, лодка утонула. О, ничего себе, тут у нас даже воздушный шар есть. Так, ну мы его легенько сбиваем. Четвертый уровень как-то прям пошел хорошо. Опа, смотри-ка, уже на меня чувачки на шарах нападают, воздушных. Четкое попадание. Сейчас, наверное, будет снова воздушный шар. Я его просто... А, нет. Я хотел его с лету сбить, а вот и он. Кто следующий? Это, наверное, будет... А, вот еще шар. Так, ну, шары здесь, ребят, воздушные сбивать намного легче. Остался еще паренек с пушкой. Ворон. О, ворон, это наши денежки. 50 монет, кстати, ворон мне дает. 50 монет, это хорошо. Все, пушка разбита, значит, корабль... потонул. Gangster Crime City. Это, ребятушки, своего рода GTA, но только бесплатная версия. Мы можем здесь с тобой драться, мы можем вот крючочком что-то там бросать, и мы можем с тобой взять любые машины, которые здесь есть. В прошлый раз, если ты помнишь, я взял вертолет. Да, я летал на вертолете, но сегодня я хочу взять другую какую-то машинку. Их, кстати, здесь очень много. Вот... В GTA San Andreas, допустим, там машины старые. А это у нас, ребятушки... Так, стой! А здесь у нас новенькие машинки имеются. И я хочу их протестить. Так. Ну, кстати, вон Беха стоит. Так, можно... Это прыжочек, да? Давай-ка мы вот туда, вот где-то до Бехи доберемся. Давай. Не могу. Все-таки нужно подойти к ней. Так, можно побежать.
Вот так вот. К нашей точилке, смотри-ка. А, это не Бэха, ребятушки. Это другая какая-то машинка. О! Так, поехали. Так. Я же говорю, здесь машины новые, как бы. Мы можем их таранить. Единственное, что я не знаю, ребят, или здесь можно зарабатывать себе звездочки, чтобы за нами охотилась полиция. Короче, ребят, это просто бесплатная игра. Я даже вам сейчас покажу ее полное название, смотрите. Вот, полное название Roped Gangster Crime City. Это, допустим, если вы захотите ее скачать. Просто бесплатная GTA-шка, и не нужно платить за нее. Ох, какая точила! Стоп, 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 мне нравится, мне понравилась эта тачка. Я ее, конечно, немножко коснул, но ничего страшного. Так, стой, стоям бы. Дай-ка мы ее остановим. Стоп. Так, выходим. Отсюда стоять, стоять, чувак. Так, бежим, 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 бежим. Давай-ка мы ее поймаем. Все. Уйди отсюда. Лох какой-то. Ребят, это какой-то лох был. Вот эта тачка, да. Смотри, да она еще и быстрая какая. Бум. А еще очень мощная. Так, перед дочкой мы, конечно, лупанулись немножечко, но ничего страшного. Мы самые настоящие гангстера. Ладно, едем где-то в другую часть города. Кстати, можно дрифтануть, ребят. Смотри-ка, что здесь есть. Здесь есть дрифты. Дрифты всякие. Но нужно, чтобы дрифтануть, наверное, разогнаться для начала. Давай мы это сделаем. Так, стоп. Да, блин, тормоза, конечно, здесь такие себе. Так, я хочу дрифтануть. Поэтому разгоняемся. Давай, давай, давай. Сейчас мы полетим в космос, ребятушки. Ну же. Воу. Ха-ха-ха, круто. Бам, все дальше поехали. Ничего себе. А что это такое? Смотри-ка, мы можем подняться с тобой по этой вот штуке в гору. О, тут есть мотик, кстати. Для таких, наверное, целей. Давай-ка я возьму тогда мотик. Вот, вот этот вот замечательный мотоцикл. Так. Я хочу взять мотоцикл. Есть. Почему я не могу его взять? Почему я не могу взять этот мотоцикл? Странно. Я хотел взять мотоцикл и подняться вот туда вот в гору. Почему я это не могу сделать? О, все, могу. Оказывается, могу. Задний ход. И аккуратненько мы сейчас с тобой постараемся подняться в гору. Так, на этой мотике. Ну, уже полный вперед. Так. Газуем. Ой-ой-ой-ой-ой, да блин. Руливый. Стоп. Тормози-ка. Вылазим. А что дальше? А куда дальше здесь идти? Все, это же тупик. Да, реально, тупик. А я могу ударить моток, чтобы он упал? Ой, блин. Все, мне крышка. Да ладно, это вообще какой-то супергерой, ребят, он даже не умер. Bounce Masters, где мы с тобой должны уничтожить Дэдпула. Ну что же, давай попробуем. Так, угол 10, первый пристрелочный и мимо. Нужно брать угол, наверное, 8. Так, чем же ответит нам Дэдпул? А Дэдпул отвечает хедшот. Ну, неплохо. Ладно, Дэдпульчик, лови. А как тебе мой хедшот? О, да, тебе понравилось. Я нанес ему немножечко больше урона, чем он мне. Так, мимо. А мы сейчас по нему попадем. Давай десяточкой. О, четенько. Он еще жив? Да, он еще жив, представляешь? Так, он бросает в меня и попадает. Кстати, хедшотом. Ничего себе. 50 метров от меня он находится. У меня уже, кстати, голова отлетела у этого чувачка. Так, а я смазал, слушай. Это плохо, это есть шанс, что мы здесь проиграем. Наверное, угол 15 должен быть. Давай так вот, угол 15. Есть, попал. А чтобы захедшотить, нужно, наверное, угол 17 выбрать. Давай попробуем 17. Вот так вот. Мимо, блин. Смотри, можно откупиться, не беда, я просто хочу его крашнуть. Давай, давай возьмем 16-й, вот, допустим. О, просто четенькое попадание. Бум! Луну на него приземлил.
На этот раз я хочу выбрать себе VIP-бойца какого-то прикольненького. О, а почему бы вот этого вот не выбрать, например? Кстати, это очень классный перец, за него очень круто попадать. Я сейчас тебе покажу. Просто у него скипетр классный, смотри. Допустим, угол 11 и... На, получи! Мы просто можем стрелять. Мы 3 хедшота нанесли. Представляешь? Смотри-ка, что он делает. Смотри, 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 смотри. Вот что он делает. Он просто разрывает. Я же говорю, VIP перцы, они самые крутые. Финишер, давай. Смотри. В любом случае, просто изи попадание. Я решил сыграть еще раз за этих же пареньков, но только это у нас уже немножечко другой уровень. Это уже командная игра, то есть нас много и их много. Интересно, я смогу сейчас так же само запускать много копьев? Так. Да. Как же это было эпично. Так, его очередь. Так, ну запустили по нам колесики. Одного немножечко выбили паренька. Так, давай-ка мы еще раз. Давай, допустим, угол 11. Лови. Как же это было эпично. Там их вообще понты осталось. Мы, кстати, можем какие-то дополнительные бонусы выбирать, нет? Так, давай угол 12. Да все, блин, вырубили, готовы. А, последний там остался какой-то, ладно. Давай постараемся попасть по нему. Так, угол, допустим, 15. Просто, блин, в мясо есть. Ты не поверишь, но у этой игрушки больше 100 миллионов загрузок. 100 миллионов, ты представляешь? Это очень много, ребят. Это значит, что эта игра... очень популярная, поэтому почему бы мне в нее не сыграть? Давай хотя бы попробуем несколько уровней пройти. Это у нас, кстати, 9 уровень. Есть. Мы его проходим довольно-таки легко. 10-й. Let's go. Он, наверное, будет уже немножко посложнее. Что-то я взял. Короче, какую-то штучку. Игрушечка, кстати, обновилась, ребятушки. Потому что раньше вот таких вот приколюх не было. И в нее очень-очень удобно играть как раз вот на планшете, там на телефоне, но на планшете удобнее, потому что на телефоне экранчики маленькие. Просто я в нее играл еще на эмуляторе, то на эмуляторе очень неудобно. А сейчас мы с тобой постараемся пройти челлендж. У нас, в принципе, здесь, по-моему, есть только несколько жизней, чтобы его пройти. Так, и вот этот чекпоинт. Очень важно, ребятушки, доходить до чекпоинтов. Так, есть. Следующий чекпоинт. Так, поднимаемся в гору. Давай, давай, давай. Хорошо. Так, это как штука работает? Ой-ой-ой, блин, а как здесь пройти-то? Да, видишь, я же говорил, здесь только одна жизнь. И все. К огромному сожалению. Ладно, давай пройдем тогда обычный уровень. Так, это у нас уже 11-й. Ну и так, в принципе, мы довольно-таки неплохо с тобой играем. Но я знаю, что у этой игры очень много уровней. Очень много уровней. Просто громадное количество здесь уровней. Так, ключик. Есть. И мы с тобой доходим до бонусного уровня. Смотри-ка, можно открыть кое-что. У нас здесь есть 3 сундучка. И что я выиграл? Ну, наверное, денежки, в принципе, я выиграл. Денежки и все. Мы с тобой, кстати, можем купить себе новый шар. И пускай это будет... О, какая замечательная рыбка. Я хочу выбрать ее. Да, она мне понравилась. Это же рыба Гуфи, да? Либо Пуфи. Ну, по-моему, рыбка Гуфи. Она раздувается, когда ей страшно. Бонусный уровень. Так, и... Он у нас пройден. Очень популярная, бесплатная игра с открытым миром Craftsman. Ребят, очень похожа на Майнкрафт. Просто безумно похожа на Майнкрафт Pocket Edition. Я бы даже сказал, что их практически не отличить. Смотри, барашки такие же самые, мир точно такой же самый. Все такое же самое, но единственное, что Майнкрафт это платная игра, а Craftsman это бесплатная игра, поэтому у нее 100 миллионов загрузок. У нас сегодня очень много игр, таких вот популярных прям. Ну, единственное, немножечко здесь есть отличия у них. Ну, сердечки чуть-чуть не такие. В Майнкрафте они более красные. Ну, вот эти вот штучки тоже не такие. Но я думаю, что это не принципиально. Если вам нравится выживание, там... Вот мне интересно, здесь можно попасть в Эндермир? Там и дракона уничтожить? Я думаю, что да. Если ты уверен, что можно, то напиши в комментариях.
просто бесплатная крутая игра. Ну, ребят, я как бы не настаиваю вам, чтобы вы играли в Craftsman. Может быть, у вас есть Minecraft? Лично у меня есть Minecraft Pocket Edition. Да, я его купил. Ну, то есть он у меня здесь есть, но в этой рубрике его нету. А вообще он у меня есть. Поэтому я могу и в Minecraft играть. Смотри-ка, дерево упало. Прикольно. Прикольно сделали. Как будто старое дерево было, и оно типа упало. Класс. Ну, ребят, для начала я думаю, что... Давай-ка мы попробуем с тобой свалить из этого леса. Я хочу выбрать какую-то такую открытую поверхность. Просто если здесь начнется ночь, а мы будем с тобой в лесу, все, мне крышка. Меня здесь зомби завалят, схавают просто. Тут я пройду? Да, пройду. Я вижу уже какое-то море. О, отлично. Ну, другое, в принципе, дело. Так, там пустыня. Можно попасть на ту сторону. Да, почему бы нет? Смотри-ка, здесь тоже такие же самые черепашки, как в Майнкрафте. Вот они, миленькие черепашечки. Да, ладно, плывите, плывите. А мы будем с вами вот выживать пока что вот здесь, вот в этом вот мире. О, он мне очень нравится. Смотри-ка, тут котики обитают. Класс, привет, кица. Кстати, у вас есть дома котик? Если есть, напишите, как его зовут. Смотри-ка, мне нравится ломать бамбук. Смотри, сейчас сломаем. Один бамбук ломаем, и он весь рассыпается. Да, все. Прикольно. Придумали. Ладно, давай-ка мы будем тогда крафтить. Нам нужны блоки. Есть. Затем нам нужны доски. Затем нам нужен верстак. Все. Берем верстак, ставим сюда. Крафтим себе так меч. Дальше топор. Так, мне еще нужны палки. Кирку крафтим. И... Пока что все, я так понимаю, да? Да, давай-ка заберем свой верстачок, он нам еще пригодится. Нам нужно найти еще барашек. Ребятушки, барашки нам нужны для того, чтобы построить себе кроватку. Так, ну, коровка, извини, мне нужно мясушко. Мне нужно кушать мясушко, и еще с этой коровки выпадает шерсть. А что это? Что это такое? Что это? Что это я взял? Какие-то семена? Прикольно. Ну, я думаю, что барашек мы с тобой найдем вот по той стороне. А чтобы туда добраться быстро, то, ребятушки, нам нужна лодка. Смотри-ка, это же панда! Какая милая панда, посмотри! Так, давай-ка я лучше возьму мясо вот так вот. А можно ее покормить? Ой! Блин, я же хотел покормить ее. Панда, извини меня, пожалуйста. Это что, доброе животное? Ну, вообще, панды, ребята, агрессивные. Это медведи. Это самые настоящие медведи. Ну, это что-то меня не атакует. Да, ребятушки, лайк за эту пандочку, пожалуйста. Кто еще не поставил лайк, обязательно поставьте. Ну, а пока что на этом моменте я буду ролик свой заканчивать. Кому он понравился, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис. Я желаю всем удачки и пока!